Всем доброго здоровья и привет, аппетиту. Сейчас кушает с вами Юлия Мишка. Всем привет. Сегодня будет крутой запарный ролик. Все боссы из масштабного DLC Tales of Iron. Это, можно сказать, будет новый формат. Обязательно поставьте лайкосик, поддержите, если хотите еще такие ролики. Но самое главное, что полное прохождение вы можете посмотреть на Дзене. Мы ее полностью прошли, а здесь покажем вам всех боссов. Okay, let's go. На полу лежало безжизненное тело белки старейшины, а рядом с ним жрец. Реджи сразу понял, почему они тут застряли. Здесь устроило гнездо королева жуков. А главное, этот чувак стоит такой нормально, да. Как вот мне от этого камня-то? Так, сейчас хлебну. Мишка! Все нормально. Посмертно не хлебну. Так, отлично. Так, вот, блин, мне нужен меч, чтобы щит лучше держать. Вот она когда начинает, блин, так. Сейчас еще, да тут жесть, не успеешь. Ну, нормально, нормально. Ай. Нет, не нормально. Ай, да она отстанет от меня уже или нет? Так. Так, супер, стрелять, ну, как не отравить, вот, отравить оружие. Да мне вспомнить надо, как отравлять. Как что-то мне посыпать-то ядом? Отходи. Словил из-за этого. Вот как? Я камень... Ага, окей, окей, это просто... Он тебе урон не наносит, если ты его это, ну... Блин, ну... Как бы так. Щитом встречаешь. Вот копает она когда? Это пипец. Да ё-моё. Всё. Отходи. Ну тут подходить еще внимательно надо. Надо в центре стоять. Так, здесь защищаемся. Глотнул. Чуть. Вот надо вспомнить, сейчас переворачиваемся. Как яд. Так, окей. Так, блин, отходим. Да блин, она какая шустрая. Ты почти половину хипов. Так, у нее вот кружок тоже какая-то атака своеобразная. Так, отлично, сейчас рыться будет. Да блин! Ай, ты не успел, считай. Бежал рыться. Да, ну, в правильном направлении. Блин, рыться. Так, так, молодец. Все, отлично, защита. Сейчас я глотну, может, успеть. Чуть-чуть. Был шанс хороший. Так, это здесь аккуратно. Так. Так, кстати, отлично. Успел даже по сраке зарядить. Ай, этой... чуть-чуть не достал. Сейчас опять лица. Вверх улетит. Угу. Так, аккуратно. Блин, так. Попало. Нормально, ты по ней тоже так. Попал. Сейчас неизвестно, где она тут. Угу. Блин, попало. Ай. Попало еще ты раз. Можешь это... Все, стоп. Выпить. Надо. Сейчас добью. Блин, вот собака. Сейчас да она вверх. Ё-моё. Угу. Всё. Ой. Ой. Он стоял у святилища надрезанного корня, но сам корень, похоже, был поврежден. Не успел Реджи задаться вопросом, что произошло, как уже получил ответ. Корнерой, раздувшийся и опьяневший. Корнерой? А этот все играет нам там на фоне. От светлого. Ого, он... Посветлел. Тихо. Да я же уже за хвостом был. Да вау. Я же уже... Миша, так. Отравить. Нет, надо отойти срочно. Потому что... Да, отравить надо было. Вылазь. Бей его, отравляй. Блин, отравил. Ай, хвост. Ай, сейчас. Только, по-моему, ты когда его отравляешь, а. Надо его... Ну, типа, ему урон больше наносить. Ай, да я не могу. Он меня, видишь, выкашивает. Да, смотри, как сильно урон наносит ему. Так, сейчас опасная атака будет. Ну, через меня. Так. А, сверху. Было опасно. Сейчас отравлю еще раз. Блин, хвост. О! Так, неплохо, неплохо. Вообще тихо. Не дурно. Фу. На тебе пару стрел. Хорошо. У тебя стрел дофига, ты можешь его просто стрелами сейчас задеть. Сейчас, это. Погоди, у него... Ай, все-таки задел. Так, тихо. Блин, я думал, он... Чё, не давай, стреляй по нему. Сейчас, блин, я же вроде далеко стою. Так, в центр. Так, сейчас будет сверху. Нет. Нет, снизу. Сейчас вылезет. А, вот, сейчас. Сейчас сверху. Сейчас снизу. Капец, он так вот шустрый на самом так, деле. Так, наркота, атака. Ты можешь его застрелять просто. Так, сейчас блевота. Так, прыжок в центр встаем. Блин, ну как я так? Почти. Блин, вот тут он, конечно, опасно вылазит. Давай, ты его сейчас задашь. Да, заспамить можно. Фух. Прощай, червь.
Реджи всего лишь хотела разбудить Барда, но его окрик поднял останки... Блин. Какого-то черта! Мышамота был легендарным мечником. Реджи надеялся научиться у него чему-нибудь, прежде чем окончательно упокоить. Да. Вау, Мышамота. Да гад! Я вот травить даже не успеваю. Мышамота Мышаси. Вообще, попал. Так, это уходим. Блин, до самого края. До самого края, реально. Так, ладно, он долго тут думает. Блин, и я долго думаю. Ты его, кстати, отравил, надо его стрелять, ну, обстреливать. Да йо, смотри как. Я даже не успел. Так, все, застрял. Все, так. Уже не действует. Сейчас. Я же вроде отравил. Вот. И теперь стреляй. Во. Блин. Он долго давай, тут давай, соображает. Давай. Все, отлично. Прям в спину ему. Вот, супер, смотри. Ну, стрельба-то вот да, это ему... эффективно. То есть набираешь стрелы, обязательно травишь ядом. Блин, пипец он какой. Прям как эксперт. Да, вообще так, запью-ка. Я просто твой тренер. Так, аккуратненько. Вот это, блин, он как-то обычно по пути проходил. Хотя можно было парировать. Вот-вот. Мишка, надо было в другую сторону. Все нормально. Ай. А что, на таком даже расстоянии действует? Да он атакует нормально, вообще-то. Парировать. Да блин, долго. Ну вот это фигня на самом деле. Это самая простая красная атака, неотбиваемая, ауч, которую, по-моему, мы тут встречали. Все. Ну, было непросто, но... Хотел бы Реджи поучиться у Мышамота, а пока тот был жив, теперь его двойные мечи замолчали навсегда. О, боже. Здесь поселился никто иной, как генерал Хрясь-Хрясь, который оказался ничем не лучше обычного мародера. Что ж, он заплатит за украденное своей жизнью. Блин, да уж. Блин, не знаю. Миш, не забываем яд использовать. Сейчас используем. Да что ты... Да что всё, ты? Стреляем теперь по нему. Блин, ай, погоди. Не... Да ё-моё. Сейчас надо как-то попривыкнуть к нему. Ай. Отхреначь сейчас меня. Хрясь-хрясь. Блин, зачем я на него бегу? Вот именно, если ты можешь его обстрелять. Я привыкаю долго к персонажам, я же не знаю, какие у них атаки. Отходи. Ай, я попал. Он сейчас будет, скорее всего, опять эту красную, да, использовать. Блин. Ай, блин. Четко он тебе. Тебе бы прибухнуть. Сейчас добью так его. Все. Не успел. Сейчас, погоди, так, чувак. Смотри, блин! Как мы... Ай, блин! Он отрегенился немного. Ну да, тут, даже, видать, такая фишка есть. Что если долго... Интересно, кстати. По-моему, у нас было что-то такое. Что-то крылось во тьме. Тихое, словно мышь. Вау. Клык-фу. Это был Клык-фу. Воитель, известный своей безжалостностью и мастерским владением алебардом. Ай, да, судя по тому, что у него в руках, это алебарда. На тебе в жопу пару уколов. Отходим. Отходим. Он тут сильно... На тебе бляшку. Так, страшно. Страшно. Нормально. Блин. Скорее всего, вот если ты спереди стоял, было бы неприятно. Не успел. Успел. Блин, забывай, что у него это круговая. Блин, ну хотя бы отбил. Так, не знаю, яд заюзать. Во-во-во-во-во. Да сейчас так затычем. Нормально, то есть он, видишь, если бы ты с той стороны стоял, он бы тебя задел. Так, аккуратней. Блин, могу он сваливать такую главную часть. Блин, такую хорошую атаку. Зачем? Нормально, нормально, гаси его. И прям выстрелом, и все. Да ладно, сейчас мы его пенчик в жопу. Клык-фу, наконец, повержен. Ярда, Квакисхан. Нормально, отсылок тут. Этот грозный повелитель жаб на своем верном ящере что-то там всем раздает люлей. Это пытается помочь нам, главное, с веслом. Ой, не угадал. Да, почему достается-то именно нам? Дед, давай!
палкой его, палкой. Ну давай по хребту ему дай там как-то. Фига он суровый, конечно. Да, что ты, черепах, ящик. Ты с кем там сражаешься? Она слепая. А, вот ударила, кстати. Миш, не забывай, у тебя яд. Да-да, мне тут подобраться бы еще. Сейчас подберешься. А что я там? Давай. Все, попал. И стреляй в него, не забывай. Да погоди, там. Он, видишь, он тут что творит. Блин, меня этот на фоне еще отвлекает. Ой, я в ящер нечаянно попал. Нормально. Блин, у него ядовитый выстрел. Так, хвостом. Да ё-моё. Да ё-моё. Жесть. Я его вообще не обстреливай знаю. Обстреливай издалека просто. Когда у него вот эта штука... Вот это ладно, можно защищаться. А вот это вот... Желтый бестолку сбил. Да, хрен тебе. О, хорош. Давай, дай ему там по хребту. Ох. О, Мишка! Да-да-да, я просто настолько засмотрелся на его позу. Насколько он был хорош. А. Все, он почти сдох. Блин, а на харде, конечно, он так это... Убил бы уже давно. Да. Реджи ошибался, эти грязевые змеи сожрали бы... Ё-моё, по чебрикоровке и попросили бы добавки. Так, похоже, кстати, на того же. Да. Мужик... Вообще, возможно, мы бы сначала типа сюда зашли, а потом уже убивали королеву. Ну, наверное. Да ну, хрен знает, как тут... Блин, он здесь, он здесь. Не забывай яд юзать. Да. Мне бы еще хп поюзать. Попал. Оп. И стрелять не забывай. Так, ща. Потому что смотри, как эффективно. Блин, блин, я щит с фойлом перепутал. Да дай попить-то. Сейчас. Так, теперь падение. Какой юркий. Ага, сейчас. Сейчас. Половину жизни, даже больше с ним. Да я его приколебал тут уже, если честно. Деться ему некуда от меня. Мы твою королеву шатали. Да. Да и тебя сейчас расшатаем. Ай! Ай! Вылез. Блин, под хвост. Попал. Маму шатали его. Такой, что сказал про мою маму? Все. Лежать. Вот так. Такой музло зашинкали. Сэп привел Реджи туда, где работал отряд. Они собирали материалы с трупа королевы червей. Если король червей их найдет, то сожрет в один присед. Дядя большой. Слишком поздно король червей явился покарать виновных и наткнулся на Реджи и Сэпа. Миш, не забывай про яд. Ща. Блин, я отлетаю только так в разные стороны. Чувак, беги! Ой! Ох! Блин, четко я прям, поймал. Да, под него. Фу, лошара. Ой, промахнулся. Мишка сейчас на изи его просто. Ну, палец. Во всех смыслах. Наверное, но это не точно. Хотя нет, он снова резвый. Но мне его даже в какой-то степени жаль. Ну, по сути дела, да, жил, не тужил. Ну, сорян, чел. Его королеву загасили, теперь он ее еще трупик разбирает. Разносит, еще и его развалили. И умерли они в одном месте. Да. Кажется, месть привела сюда не только его. Наверху поджидала щитоносица Желтый Язык. Она выкрикивала имя своего павшего брата, вождя бородавка какого-то. Зеленого. Понял. Суровая тетя, или кто это? Бумеранг жесткий, надо в щите стоять. Да нет, может у ворот сделать? Да не, нормально. Блин, фига себе экран. Вот, видишь, перекат делать, так я делал. Кажется. Не, бумеранг просто вот. Опа, у меня он застрял в щите. Жесть. Так. Не забывай, о, у тебя слетело. Яд есть. Да, точно. Блин, надо прыгать, что ли, в этот момент было? Жесть-то какая. И стреляй, стреляй. Погоди, погоди. Сейчас сзади еще полетит. Блин, по-другому. Сейчас, смотри, сейчас. Ай. Это, блин, подзатыльник неплохо так. Так.
Ау, это что еще? Ау. Ай, блин, что? У него каждый раз свой этот. Новый паттерн. Блин, еще так экран трясется. Так вообще тут среагировать, попробую успей. Так, тебе главное только не помереть. Я сейчас попробую выпить. Щит! Щит! Сейчас он прыгнет еще на тебя! Да жесть! А че он какой резкий? Суровая какая мадама. Ты жесть, я вообще не успеваю тут с ней. Ау. Да, щитоносится она. Ой-ой. О, как раз. Ему бы, блин, отлично бы прилетело. Да, блин. Миш, ты почти загасил. Да, блин, хотел. Не успею уже. Давай. Доткнуть бы разок. Сейчас опять будет кидать. Блин, она еще сейчас не дает, получается. Сейчас прыгнет сюда 100%. Доткни уже разок. Все. Давай, Мишка. Фу. Добивали тебя. С ее последним кваком замок Гнездо вновь обрел покой. Известность Реджи на арене привлекала претендентов со всех уголков королевства. С холодных северных рек пришел свирепый Билли Ван Дам. Ван Дам. Бобер. Блин. А, фига себе. Он суровый, реально. О! Вау. Давай, иди ко мне. Блин, пипец, он как такой, надо. Такой, я вам дам. Шел медленно, потом как уже махнул. По-моему. Так, здесь он... Ага, отлично. Ты-ты-ры-ты. Так. На, получай. Не забывай, что ты можешь его отравить. Да, кстати. Блин. Ой. Но он, кстати, и его... И стрелять в этот момент тоже. Ща, вот тут надо... Смотри, сколько ему урона наносится. О. Жесть. Ты его сейчас на... И сейчас бичак. Он на меня явно не прыгнет. Нет, конечно. Блин. Испугался, хотя не надо было. Нате. Блин, вот тут он, конечно, не допрыгивает жестко. Блин. Своим хвостом. Все-таки сделал секалец тебе. Ну чё, идешь? Такой он уже поюзанный. Тяжело ему. Все. Он нам не ровнее. Оу. Даже укуса этого бобра было недостаточно, чтобы остановить короля декретизатора. Реджи задумался, не обрел ли он поклонников среди бобров. Кратхамед Кратли прославился своими быстрыми задними и еще более быстрыми передними лапами. Но Реджи умел перекатываться, как еж, и набрасываться, как летучая мышь. Это типа Мухаммед Али. Да, да, да. Так понял, отсылка-то. Да, именно. Блин. Быстро вот этот... осознал. Этот жесткий, конечно, не я могу сказать. Не забывай отраву использовать. Да блин, сейчас. Блин, поздно в блок как-то я. Точнее, рано. Ё-моё. Да ё-моё. Он тебя нормально да... всекает. Шухер. Ай-яй-яй. Видишь, тебя намекнули, ай. Что надо ворота использовать почаще. Он, типа, очень быстрый. Походу, Миш, это единственный перс, который, в принципе, может тебя тут завалить. Согласен. Тебе надо, типа, ударил, перекатнулся. Да ё-моё. Да ё-моё, да он разворачивается за 2 секунды. Заспамим. Так, отлично. Жесть. Не забывай стрелять. Вот это вот. Стрёмный удар. Да не, стрёмно, когда он вблизи. Блин, он вообще просто... Стреляй по нему, Мишка. Ща. Так, отлично. Yes. Фу, нормально. Был на грани. Броня охотника за червями, созданная лучшими кротовьими мастерами, защищала даже от самых сильных укусов червей. Реджи задумался, выдержит ли... Короче, ударов его меча. Блин. Блин. Вау, вот это я понимаю. Терминатор на. Какой-то. Отравить бы его. Надо бы. Давай. Блин, у него он так травится? Не проходит почему-то. Травится. Так, на всякий случай. Стреляй, не забывай. Блин. Так, сбили чуть-чуть броню. О, штырь. Это ай. Еще что за прикол? Ай. Наспамил ты меня атаками.
все, все, у тебя все патроны кончились. Но нормально, у тебя, как сказать, еще о, блин, немного осталось ему нанести. Блин, ну я чуть-чуть хоть попить успел. Отходи, Мишка. Все, отхожу. Ну давай. Блин, а, вот это ну, неприятное. Нормально. Не долетит, долетит. Долетит. И давай прямо в зад ему. Все. О! Такой мелкий. Все. Что это? Зашимка. Хотя мы тоже маленькие. Ой-ой-ой-ой-ой. Королева ловящеров и свежая кладка. Так вот почему опоздал трамвай. Да она, блин, здоровая. Ой, чё себе. Ой, ой. Вау. Ничего, спам. Сейчас она будет обезврежена. Хорош, хорошо, что Мишка. У меня пули эти. Ой. А тут еще главное можно прям сразу наполнить соком, да, интересно, или ну, нет, прям сам... в процессе да. Ну, нам еще крот помогает. Ну, тут быстро, конечно, мы с ней разобрались. Ребят, не забудьте поставить лайкос, чтобы поддержать новый формат на канале. А это были все боссы в игрушке Tales of Iron. Спасибо за поддержку, за внимание. Всем хорошего настроения и всем пока. Всем пока.